я принесу фотку очередной серии Metal TV. Я не расскажу о своем проекте Dog the Bad 2019 года, сингл Metal Necroticism 4. Вот так выглядело издание. Трек, посвященный сексу со странными сущностями. Вот. Это версия на английском языке. Предыдущий ролик я показывала версия на предпоследний ролик был посвящен версии на русском языке. Вот. А это на английском языке и другие барабаны, другие гитары немножко, другая аранжировка. Ритм соло гитара и другие басы пигают. Вот. В записи принимали участие я, Орхол, гитары, барабаны и басы. И огромная тоже благодарность Дину Бан, Катеры, Барабаны, Эмми Барабаны. Это Александр, а он и ходы по им, моей, называется, как-то сыграл живьем и заказал живые барабаны в студию у тебя. Вот. За эти и другие барабаны проекта CWD я ему по его роде вместо денег купил он слив классы на Кёрну Морту и отправил ему в Новосибирск. Кстати, пересылка у Казпочты вышла дороже, чем сама футболка со скидкой в Коловороте, Music Hall. Рекомендую покупать Music Hall. Кстати, на мне футболка Хигевальд. Производство CyberMax Digital. Вот. Его можешь заказать, купить любой размер. Сделаем. Цена 14 евриков. Пожалуйста. На черном фоне, на белом, на каком хочешь. А нет, я делаем только на черном и на белом. А, еще на красном можно сделать. Черными или белыми, белый шрифт будет. Вот. Так, и это слово на вокале, да. Ну, все. Вот, сводил я у себя на CyberMax Digital Records. Так. Более подробную информацию о моей деятельности в 2019 году. Смотри, под этим ссылочкой на мой... На этом видео есть посвященную страничку бук. На моей группе пополнен уже 21. Сегодня 20. Сейчас вот существует. Сейчас я как-то на скоро через несколько часов иду на репетицию кочевают. Вот, есть и у нас уже басистки. Вот. Это словно вокале и на ритме гитаре. Ну, соло гитара, да. Играй пока под минус, под минусовку барабаны. А потом вечерком сегодня будет репетиция тоже на полном составе с барабанщиком, с двумя вокалистами, с басистом и с гитаристом и соло-гитаристом. Полный состав. Ну, и эта тема тоже будет. Готовим ее к концертным выступлениям. Ну что, переходи по ссылочке на Facebook и читай статью. Все, пока-пока. Stay this metal.